Все мы привыкли, что мурены выглядят так или так. Однако встречаются и более яркие виды. Этот вид, например, называется носатая или ленточная мурена. Рыба привлекает к себе внимание внешним видом и удивительными способностями. Известно, что в течение жизни она может несколько раз сменить пол. Особенно этим увлекаются мужские особи и только находясь на воле. Лепестки, находящиеся перед глазами, представляют собой органы обоняния, и если их прикрыть, то мурена потеряет способность к добыванию пищи. Питание этого вида состоит в основном из небольших рыб и ракообразных. Мурены не спеша приближаются к жертве и резко атакуют ее. Также тело мурены обильно смазано бактерицидной слизью, что позволяет ей легко проникать в самые узкие расщелины, не опасаясь получить какую-либо травму.